Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 29.53, пункт Б. Решите уравнение 8х-1 разделить на 10х в квадрате минус 19х плюс 6 плюс х минус 1 разделить на 10х минус 4 равно 2х плюс 1 разделить на 4х минус 6. Для того, чтобы решить такое уравнение, вначале нужно его преобразовать. И преобразование мы выполним следующим образом. Вот первая дробь. Знаменатель первой дроби – это квадратный трехчлен. Его можно разложить на множители. Для этого нам нужно найти корни квадратного трехчлена. То есть нужно решить квадратное уравнение. 10х квадрат минус 19х плюс 6 равно 0. Решаем уравнение. Х первое, второе. Равно плюс 19 плюс минус корень квадратный из 361 минус 4ac разделить на 20. Это будет равно 19 плюс минус корень квадратный. Так, 361 минус 24 на 9, минус 240. Это у нас получается 121 разделить на 20. И получаем 19 плюс минус 11 разделить на 20. Тогда х первое равно 30 двадцатых или 3 вторых. Х второе равно 8 двадцатых или разделим на 4 2 пятых. Тогда квадратный трехчлен можно представить как произведение 10 умножить на х минус 3 вторых и умножить на х минус 2 пятых. Так, а теперь мы вот дробь х минус 1 на 10х минус 4 перенесем вправо. Тогда получится 2х плюс 1, это то, что у нас было. Только мы двоечку в знаменателе вынесем за скобку. 2х минус 3 получим в скобках. И минус х минус 1 разделить на... Тоже двоечку вынесем, получим 5х минус 2. Так, теперь продолжаем преобразование. 8х минус 1... Знаменатели, если мы 10 представим как 2 умножить на 5, двойку внесем в первую скобку, получим 2х минус 3, пятерку внесем во вторую, 5х минус 2. Так. И в правой части мы можем привести все к общему знаменателю. Общий знаменатель 2 умножить на 2х минус 3 умножить на 5х минус 2. Дополнительные множители 5х минус 2 и здесь 2х минус 3. Получаем 2х плюс 1 умножить на 5х минус 2 минус х минус 1 умножить на 2х минус 3. Итак, мы преобразовали наше уравнение до вида, когда в левой части у нас дробь, и в правой части у нас тоже дробь. Так, ну и прежде чем производить следующее преобразование, давайте запишем, что х, ну когда мы решим уравнение, то мы должны исключить значение 3 вторых и 2 пятых. Почему? Потому что при этих значениях знаменатель обращается в ноль. И значит, когда мы решим уравнение, то х не должен быть равен ни 2 третьим, ни 3 вторым, ни 2 пятым. А теперь мы умножим и левую, и правую часть на знаменатель правой дроби. Поскольку наши дроби имеют общие множители, два множителя левой дроби и знаменателя, и два множителя знаменателя правой дроби совершенно одинаковые, и только отличаются двойкой знаменателей. Поэтому, когда мы умножим левую часть на 2, на 2х минус 3, на 5х минус 2, то у нас останется только 2 умножить на 8х минус 1 слева. А справа останется только числитель правой дроби.
Вот теперь мы раскроем скобки. 10х в квадрате плюс 5х минус 4х минус 2 минус 2х в квадрате плюс 2х плюс 3х и минус 3. И вот теперь мы еще вот слева у нас получается 18х минус 2. Ну, справа приведем подобные. Получим 8х в квадрате. Теперь 5х, 1х, 3х, 6х. Так, еще раз проверим. 5х плюс 1х. Получаем 6х. И свободный член минус 2 и минус 3. Минус 5. Теперь все переносим вправо, меняя местами левую-правую часть. Получаем 18х минус 10х. Так, и минус 5 плюс 2 – это минус 3 равно 0. Решаем уравнение. Х первое, второе равно 10 плюс минус корень квадратный из 100 минус 4, а c у нас минус 3, знак меняем на плюс. И разделите на 16. Получаем 10 плюс минус корень квадратный под корнем. Что у нас? Так, 24 на 4 – это 96. 196. Разделите на 16. Это будет равно 10 плюс минус. Так, это у нас 14. И разделить на 16. Тогда х первое будет равно 24 шестнадцатых. Разделим на 8, получим 3 вторых. А х второе будет равно минус 4 шестнадцатых. Это будет минус 1 четвертая или минус 0,25. Так, теперь мы сравниваем. Х не должно быть равно 3 вторым или 2 пятым. Значит, вот корень 3 вторых – это корень посторонний. И у нас остается только один корень. Х равно минус 0,25. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.